С 2013 года в Кузбассе действует программа по добровольной сдаче оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. За 9 месяцев текущего года сдано 428 единиц. Люди получили компенсацию. Помимо этого, добровольная сдача освобождает от уголовной ответственности. Всего с начала года сдали 17 единиц оружия, 28 патронов различного калибра. К нам обратилось 17 человек, которые сдали гладкоствольного 10 единиц, 1 единица травматического оружия, самодельного 4 единицы и газового 2 единицы. На сегодняшний день официально в Междуреченске больше 2700 человек владеют оружием. Все они состоят на учете. Им рекомендуют не забывать о сроках перерегистрации, постановки на учет, о сохранности, безопасности хранения оружия. Каждый из них должен исключить доступ к оружию посторонних лиц. В Росгвардии призывают междуреченцев следовать букве закона. Лицо, обратившееся к нам с заявлением о добровольной выдаче оружия, освобождается от уголовной ответственности. С заявлением обратиться можно как в отдел полиции МВД России по городу Междуреченску, так и лично к нам в любой день с понедельника по пятницу с 9 до 17:00. Кабинет 233-234. Телефоны наши 981-19, 981-20.